Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Амшихшара». И сегодня в выпуске. В Абхазию с рабочей поездкой прибыл министр экономического развития России Максим Решетников, который осмотрел объекты, восстанавливаемые в рамках российской инвестпрограммы. Абхазия и Россия выходят на следующий этап развития отношений. Президент Абхазии Аслан Джани и министр экономразвития России Максим Решетников обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Несколько дней назад водители городских автобусов отказались выходить на работу и отменили все рейсы. Почему водители решили бастовать и как решился этот вопрос? В Абхазию с рабочей поездкой прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. На абхазо-российской границе его встретила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Максим Решетников осмотрел объекты, которые восстанавливаются в рамках инвестпрограммы. Всего до 10 объектов. Подробности в репортаже Симы Аргун. Первый объект, который осмотрел Максим Решетников – визитная карточка города Гагры – колоннада. Начальник управления капитального строительства Абхазии Тимур Агарба рассказал о проделанной работе. Замглавы администрации Гагрского района Адам Урцышбы отметил, что ремонтные работы на набережной протяженностью 830 метров будут продолжены. Максим Решетников дал положительную оценку проведенным работам. Затем делегация посетила электроподстанцию «Гагра-1». Здесь произведена замена технологического оборудования. Мероприятие реализовывалось в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017. По техническим причинам эфир абхазского телевидения прерван. Как только мы решим проблему, вернемся в эфир. Спасибо за понимание.
Мы приносим извинения за технические неполадки. Эфир абхазского телевидения продолжает вещание. И снова здравствуйте. В эфире информационный выпуск Амшихшара. И сегодня в выпуске. В Абхазию с рабочей поездкой прибыл министр экономического развития России Максим Решетников, который осмотрел объекты, восстанавливаемые в рамках российской инвестпрограммы. Абхазия и Россия выходят на следующий этап развития отношений. Президент Абхазии Аслан Бжани и министр экономразвития России Максим Решетников обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Несколько дней назад водители городских автобусов отказались выходить на работу и отменили все рейсы. Почему водители решили бастовать и как решился этот вопрос? В Абхазию с рабочей поездкой прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. На абхазо-российской границе его встретила вице-премьер-министр экономики Кристина Узган. Максим Решетников осмотрел объекты, которые восстанавливаются в рамках инвестпрограммы. Всего до 10 объектов. Подробности в репортаже Симы Аргун. Первый объект, который осмотрел Максим Решетников – визитная карточка города Гагры – колоннада. Начальник управления капитального строительства Абхазии Тимур Агарба рассказал о проделанной работе. Замглавы администрации Гагрского района Адам Урцышба отметил, что ремонтные работы на набережной протяженностью 830 метров будут продолжены. Максим Решетников дал положительную оценку проведенным работам. Затем делегация посетила электроподстанцию «Гагра-1». Здесь произведена замена технологического оборудования. Мероприятие реализовывалось в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 и 2017-2019 годы. Стоимость объекта, согласно акту ввода, почти 168 миллионов рублей. Начальник УКС Тимур Агрба сообщил о том, что после замены оборудования мощность подстанции увеличилась с 20 до 50 мегаватт. Запитано порядка 4500 абонентов в центральной части Гагры и близлежащих сел. Также Решетников и Озган осмотрели канализационную очистное сооружение. Общая стоимость проекта 800 миллионов рублей. Работы были начаты в рамках инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Станция будет обслуживать Гагру и Пицунду. Мы делаем его все равно на два этапа. И первый этап, когда будет завершен, они будут работать. То есть система собрана так. Канализационные станции, коллектор и реализация первого этапа строительства очистных сооружений. Все в первом этапе у нас будет механическая очистка и электролизная, то есть обеззараживание сточных вод и во втором этапе предполагается биологическая очистка и уже выпуск технически чистой воды в море. Сейчас мы получили аванс буквально на прошлой неделе на закуп оборудования механической очистки. Ну, были некоторые сбои там с поставщиками, в том числе с теми, которые ушли с российского рынка. Сейчас уже есть понимание, где это все будет подрядчик приобретать. Авансы спущены. Вот сейчас уже трогаемся, как говорится. У нас первый этап, у нас, по-моему, 800 миллионов, да? Вообще 830 миллионов по пересчету, но с учетом ранее выполненных работ. Там на 200, по-моему, да? У нас 630 миллионов будет стоимость по завершению первого этапа. Максим Решетников считает объекты водоснабжения и водоотведения ключевым вопросом для курортных городов. Часть работ выполнена в предыдущие годы. Полностью они будут завершены в 2024 году. Механическая очистка воды и обеззараживание существенно повлияют на обстановку в Пицунде и Гагре, сказал Максим Решетников. Следующим объектом, который посетил глава Минэкономразвития России, была Новоафонская школа, восстановленная за счет средств российской финансовой помощи. Площадь школы больше 5000 квадратных метров. На восстановление учреждения было потрачено около 195 миллионов рублей. Решетников назвал проект очень экономичным с точки зрения соотношения цены и результата. Первый раз здесь, честно, очень потрясен и красотами, и атмосферой, и командой, которая здесь работает. Ну и, конечно, за последние 13 лет проделан огромный объем работы. 500 объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры восстановлено при поддержке Российской Федерации, при поддержке федерального бюджета. Вот, ну, посмотрели, вот социальный объект, конечно, прекрасный объект, прекрасная школа, с любовью восстановлена. Кстати, очень экономные, я бы сказал так, проекты с точки зрения соотношения цена и результатов. Ну и главное, конечно, что 8 лет прошло, но, в общем, можно было сказать, что вчера закончили ремонт, да, и в это бы верилось. По словам Решетникова, Абхазия и Россия выходят на следующий этап развития отношений. На прошлой неделе было подписано межправительственное соглашение, а это уже комплексный подход, считает глава Минэкономразвития России. Сейчас мы идем на следующий этап
развития, скажем так, да, на следующий этап построения. Во-первых, мы подписали по поручению руководителей стран межправ соглашения на прошлой неделе. Такая новая страница, мы уже не путем решения отдельных вопросов, да, идем комплексно, у нас есть программа, в программе определены основные показатели, которых надо добиться республики, соответственно, объемы поддержки, новые формы поддержки, в том числе уже и поддержка экономики. То есть мы переходим от этапа такого восстановления, да, к этапу уже развития, опережающего развития. Ну и, конечно, сегодня мы особое внимание уделили объектам инфраструктуры, вопросы энергоснабжения, проблема номер один в республике. Двигаемся, решаем. Первый этап у нас, в общем, решения есть, определены. Самым главным вопросом повестки дня – это, безусловно, начало реализации того соглашения, которое мы подписали на прошлой неделе. И здесь ключевыми вопросами, конечно, являются повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы, это меры господдержки субъектов экономики и, безусловно, это модернизация инфраструктуры инженерной и, в первую очередь, энергетика, как отметил Максим Геннадьевич. В рамках поездки решетников также посетил международный аэропорт Сухум имени Владислава Арзенба. Глава авиационного бизнеса «Сибирские аэропорты» Алексей Васильченко рассказал министру о важности реализации проекта. По его словам, открытие аэропорта даст импульс социально-экономическому развитию Абхазии. Вот, собственно говоря, схема первого этапа реализации проекта. Синим выделены те объекты, которые предлагается включить в первый этап. Это 2,4 километра взлетно-посадочной полосы, расчетный тип воздушных судов «Сухой Суперджет». Вот, соответственно, аналогичные типы. Вот, одну рулежную дорожку вы по ней сейчас свернули. И вот перрон, где мы с вами находимся. Перрон в рабочем состоянии, он позволяет разместить 5 воздушных судов. Мы с вами находимся перед старым зданием аэровокзала. Его планируется капитально отремонтировать, использовать как VIP и ЗОЛТ, да, для, сказать, ну, для официальных делегаций. И это у нас все вот в пределах бюджета, все первые очередные, это мы все там забюджетировали. То есть вот, собственно говоря, вот тот минимальный объем работ, который планируется сделать в рамках первого этапа. Считаем, что если взяться за это дело, то в 2024 году можно закончить эту работу, запустить эксплуатацию. Также Михаил Решетников посетил Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба. Этот объект культуры тоже был восстановлен в рамках инвестпрограммы. Гостю рассказали об истории здания и о том, как восстанавливали объект. Министр дал положительную оценку проделанной работе. Сима Аргун, Фатима Гергия, Раму Камки, Акамила Джопуа, Абхазское телевидение. Во второй половине дня состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Приветствуя главу Минэкономразвития, президент отметил, что в республике рады его приезду и ожидают плодотворной работы. Максим Решетников поблагодарил Аслана Бжания за встречу и заверил, что руководство Российской Федерации держит на контроле все вопросы взаимодействия с Абхазией. Он также поблагодарил президента и его команду за конструктивный рабочий настрой. Хатырску Максим Геннадьевич, псилу обед. Уважаемый Максим Геннадьевич, добро пожаловать в Абхазию. Мы вас давно ждали. Безмерно рады вашему приезду. Знаю, что уже состоялось ряд поездок. Вы побывали на объектах. Мы чуть позже обсудим то, что вы увидели. Народ Абхазии и, осмелюсь сказать, те граждане Российской Федерации, которые бывали у нас в Абхазии, от вашего приезда ждут очень много плодотворных и хороших дел. Это правда, это не преувеличение, потому что то ведомство, которое вы возглавляете, ваши подходы в нас вселяют уверенность в том, что мы сделаем и достигнем те цели, которые перед нами поставлены. Александр Юрьевич, спасибо большое. Во-первых, огромное спасибо за приглашение, за возможность встретиться. Первый раз. Честно скажу, очень много впечатлений, положительных впечатлений, разумеется. И впечатлений, ну, даже сегодня по поездке, не только от республики, от красот, природы, от гостеприимства. Вот, на большое впечатление от проделанной работы. Действительно, за 13 лет при поддержке Российской Федерации была проведена в республике большая работа, более 500 объектов. Я сегодня посмотрел лишь, понятно, совсем небольшую часть того, что сделано. Но что должен отметить? Все равно же, когда посещаешь, соотносишь деньги, затраченные, с тем, что сделано. Вот. Первое, очень хорошо выверенные, правильные проекты.
и хорошо реализовано. Действительно много делается, и в общем к 2024 году, и сейчас вводится, и к 2024 году тоже запланировано и в Гаграх, и в Пицунде, да, сделать очистные, и с коллекторами закончить работу. Вот. Ну и в общем и целом у нас такая обширная инвестиционная программа, и надо отдать должное, что она, вот, как я сказал, и реализуется. Понятно, что есть какие-то шероховатости, они всегда есть, вот, но в целом реализуется, и качество работ хорошее. Вот, сейчас надо переходить нам с вами к следующему этапу. По вашему поручению, по поручению руководства России, на прошлой неделе мы подписали межправсоглашение, которое как раз предусматривает уже такой комплексный подход, реализацию большой программы развития Республики Абхазия, и в том числе предусматривает показатели экономические, да, и рост, в первую очередь, заработных плат в бюджетной сфере, и не только, и рост валового внутреннего продукта, да, и, безусловно, как бы это подкреплено и финансовыми источниками, и новыми мерами поддержки бизнеса, и я должен отметить, что вот с вашим приходом, уже под вашим руководством выделяются средства и из республиканского бюджета, как бы из своих источников, за счет того роста доходов, который последние годы очень активно в республике идет, вы выделяете деньги на поддержку экономики, и в прошлом году уже сельского хозяйства выделили, и в этом году 300 миллионов выделили. И это очень важно, потому что тем самым мы, так сказать, складываем, да, поддержку, которая идет по линии Российской Федерации, ваши средства, и направляем их, соответственно, на то, что дальше развивает экономический потенциал. Вот. Ну и сейчас основная наша задача это вот перейти уже к реализации крупных инвестиционных проектов, да, создать такие возможности, когда бы и российский бизнес, который готов сейчас инвестировать, да, учитывая вот все эти возможности, которые вы создаете, да, приходил. Руководство Российской Федерации на контроле держит все вопросы взаимодействия с Абхазией. Это приоритет в нашей работе, приоритет в работе Министерства экономического развития. Я со своей стороны должен поблагодарить вас и вашу команду за такой очень конструктивный настрой, за то, что вот ваши коллеги по правительству Республики Абхазии действительно очень добросовестно и с любовью, и с настойчивостью, да, ну, тут без настойчивости в наших бюрократических системах никогда ничего не добьешься, вот, но в целом очень конструктивно мы взаимодействуем, я также уверен, что сегодня мы с вами, проговорив вот все эти вопросы, обязательно как бы придем к тем решениям, которые от нас ждут. После встречи президент Абхазии Ислам Бжани и министр экономического развития России Максим Решетников ответили на вопросы журналистов. Обсуждались вопросы, имеющие непосредственное отношение к социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Обсуждались вопросы, связанные с реализацией в Абхазии крупных инвестиционных проектов. Обсуждались вопросы, которые имеют отношение к обеспечению энергетической безопасности Республики Абхазия. Обсуждались вопросы гуманитарной сферы нашего взаимодействия. Все, о чем мы говорили, как это мне показалось, мы находим понимание, высший уровень взаимного понимания. И, безусловно, визит Максима Геннадьевича даст ощутимые результаты. Мы очень, на мой взгляд, неплохо продвинулись в тех вопросах, которые я сейчас озвучу. Министерство экономического развития по поручению руководства России курирует вопросы экономического содействия Республики Абхазии. И сегодняшний визит такая, ну, для меня лично как бы очень важная точка, потому что посмотрел все своими глазами. Те объекты, которые были построены, то, что сейчас строится в рамках инвестиционной программы. И вот сейчас мы с Исламом Георгиевичем как раз обсудили итоги. И, конечно, перед нами стоит, перед республикой, перед нами, как министерством, тоже большая задача открыть новую страницу в как раз поддержке инвестиционных проектов, в реализации крупных инвестиционных проектов на территории Абхазии, потому что российский бизнес готов, проявляет большой интерес к инвестициям, конечно, в первую очередь это туризм, вот, и мы видим сезон текущий, да, и понимаем, насколько высок спрос и насколько абсолютно уникальные возможности республика для этого дает. Ну и, конечно, как любые такие крупные инвестиционные проекты, всегда есть масса вопросов по инфраструктуре, по условиям и так далее, поэтому мы с Исламом Георгиевичем сейчас как раз общие подходы обсудили, они у нас одни, конечно, все эти проекты должны идти на пользу, в первую очередь, республики, на создание новых рабочих мест, но заодно и на решение тех вопросов, ну, в первую очередь,
очередь, инфраструктурного характера, да, это и энергоснабжение, это и водоснабжение, канализование, да, ну, те вопросы, которые, ну, традиционно, как бы, да, нуждаются в решении, многие копились десятилетиями, да. Сейчас есть возможность их решить при реализации вот этих крупных проектов, поэтому мы обсуждали эти вопросы, мы обсуждали вопросы в целом экономического развития. Вот, в общем и целом Российская Федерация помогала, помогает и будет помогать Республике Абхазии становиться экономически более самодостаточной, более самостоятельной, и движение уже идет за последние годы, темп роста собственных доходов Республики Абхазии, да, он существенно превышает там и темпы роста помощи со стороны российского бюджета, то есть, как бы, да, республика, в общем, все больше и больше зарабатывает сама, и очень важно, что благодаря позиции Аслана Георгиевича выделяются средства и на поддержку экономики, да, это было в прошлом году 100 миллионов, в этом году уже 300 миллионов, да, и вот мы за счет этого движемся вперед, и сейчас основная задача как раз это конкретные инвестиционные проекты не только российского бизнеса, конечно, все, что касается и там, и туризма, и сельского хозяйства, и переработки, это активно надо поддерживать и местный бизнес, абхазский бизнес, который тоже, мы видим, растет, развивается, как, да, и, что называется, по-хорошему так, накапливает капитал, да, это вопрос в том числе, кстати, и банковской системы, да, потому что без заемного, без кредитов, без заемных ресурсов экономика активно расти не может, поэтому эти вопросы мы тоже проговорили, что здесь можно сделать. Такая очень-очень насыщенная встреча, и я могу только еще раз поблагодарить Аслана Георгиевича за такую очень конструктивную позицию и конструктивную позицию всей, на самом деле, структуры власти Республики Абхазии за то, что так активно сейчас работают именно над привлечением инвестиций, над созданием нормального климата. Ну и, разумеется, российские туристы, которые сюда едут, да, они тоже едут с удовольствием, мы видим, насколько велик спрос. Это та возможность, которой надо пользоваться. С министром экономического развития России Максимом Решетниковым и членами российской делегации также встретился премьер-министр Александр Анквап. Во встрече приняли участие первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, министр по налогам и сборам Джансу Хнанба. Говорили о проектах, реализация которых будет направлена на создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры. Эти два с лишним года ощущали поддержку вашего министерства, ваших коллег, и у нас сложились очень хорошие рабочие отношения. И уверены в том, что это будет и завтра тоже. По поручению руководства Российской Федерации, действительно, министерство плотно занимается вопросами содействия Республики Абхазии в развитии, и очень много сделано за эти годы в развитии социальной инфраструктуры, в развитии инженерной инфраструктуры, но сейчас у нас такой, в общем-то, новый этап, да, когда пришла пора, и мы готовы, и есть большая возможность реализовать крупные проекты, которые, в общем и целом, ну, создадут такой, по-хорошему, новый фундамент, да, для уже самостоятельного экономического развития Республики Абхазия. Да, создадут новые рабочие места с более высокой заработной платой, соответственно, рабочие места к бизнесу, который будет платить больше налогов, соответственно, и даст возможность и дальше реализовывать вот те параметры, которые мы с вами в госпрограмму заложили, то, что стало предметом межправсоглашения, то, что позволит зарплату бюджетников повысить, решать социальные вопросы в республике. Ну и реализация этих проектов должна еще и помочь расширить те узкие точки в инфраструктуре, которые, безусловно, есть. Ну и в первую очередь тут в комплексе надо решать вопросы энергоснабжения. Мы понимаем, что это одна из таких самых злободневных проблем. В производстве прокуратуры города Сухум находится уголовное дело в отношении ВОБа Вадима Витальевича и неустановленного лица по факту умышленного убийства Хмаила Рамина Нуриевича и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью гражданина Джумутия, а также незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 3 августа Вадим ВОБа задержан по подозрению в совершении вышеназванных преступлений. В ходе допроса ВОБа частично признал свою вину. Сухумский городской суд избрал в отношении ВОБа меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В настоящее время прокуратура Сухума совместно с оперативными службами проводит комплекс мероприятий, направленных на установление задержания лица, совершившего указанные преступления совместно с ВОБа.
10 августа в 21 час 40 минут неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия припаркованный у дома номер 5 по улице Арденба автомобиль марки Lexus GX460. Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы УВД по городу Сухум изъяты стреляные гильзы в количестве 51 единицы. По данному факту собран соответствующий материал и направлен в отдел дознания УВД по городу Сухум для принятия процессуального решения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления. Несколько дней назад водители городских автобусов отказались выходить на работу и отменили все рейсы, что привело к скоплению пассажиров на остановках. Почему водители автобусов решили бастовать и как решился этот вопрос, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Адицы Сагари. Работа общественного транспорта столицы начинается с 7 часов утра по направлениям от Центрального рынка до Нового района, Старого поселка, Маяка, Каштака, улицы Батумской и по многим другим городским маршрутам. Проезд по городу стоит 10 рублей. Несколько дней назад водители автобусов объявили забастовку. Среди причин их недовольства – необеспеченность запасными частями и недостаточное количество топлива, выделяемое на маршрут. Пока водители автобусов не выходили на рейсы, у многих горожан возникли трудности с передвижением. Вот у меня первая группа инвалид. Почему автобусы не работают? Мы мучаемся. Мы на массаже ходим, на компьютеры ходим. Мы всегда 60 рублей не можем давать. У нас очень трудное положение. Однако сейчас общественный транспорт ходит в штатном режиме. Водители автобусов объясняют это тем, что их выслушал мэр столичной администрации Беслан Эшба, который помог в решении поставленных вопросов. Глава пошел нам на хорошую уступку, объяснили, а это гишо, ради бога, ребята, 10 рублей проезда, а пара рымаза, а пенсию и ровую мачу. Мы согласны, он тоже доволен, мы довольны, разошлись, все прекрасно. Сегодня цены на проезд в автобусах остаются прежними. 10 рублей в городской части и 20 рублей за более длинные поездки, к примеру, на Каштак или улицу Батумскую. Мы пообщались с жителями данной улицы. К установленному тарифу у них претензий нет. Однако есть вопрос к графику хождения транспорта. Не на чем добираться. Это очень неудобно. Хотя бы до 6. Вы куда добираетесь? Ну, на доразвилке. Да, ну на Батумскую, да? На Батумской, да. Скажите, а проезд сколько стоит? 20 на автобусе, 30 на маршрутке. Насчет повышения цен на автобусы что-нибудь слышали? Слышали, что говорят об автобуснике бастуют, но наш нет. Он у нас, Рома, скромный. Не хотелось бы, конечно, чтобы повышали. Нам-то ничего не повышают. Во время курортного сезона нагрузка на общественный транспорт возрастает в разы. Многочисленные гости столицы также пользуются городским транспортом, чтобы добраться до места назначения. Очень дешево, конечно, сравнивая с нашим Татарстаном. У нас по 35-40 рублей транспорт, тут 10 рублей. Это считайте, почти бесплатно. Все городские автобусы работают в штатном режиме. Они курсируют по маршрутам с 7 до 18 часов. Затем на маршрутах остаются 3 дежурных автобуса, которые продолжают работать до 8 часов вечера. Адица Сагария, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Гудауте отремонтированы несколько улиц городского значения за счет средств районной администрации. Кроме того, приведена в порядок береговая зона. Все подробности в материале наших коллег из Гудаута ТВ. В городе Гудаута впервые за долгое время были отремонтированы дороги по улице Тарнава и Гуместинская, а также 2 лестничных перехода по улицам Чачба и Чанба. Выполненную работу проверить приехали глава Гудаутского района Баграт Боджго вместе с главным архитектором Гудаутского района Адгуром Тарба. О том, за счет каких финансовых средств были проведены ремонтно-восстановительные работы, рассказал в интервью глава района. На сегодняшний день первый этап – это порядка 750 метров проведена работа. Дальше у нас планируется провести еще порядка, суммарно, я хочу озвучить, суммарно это получается первый этап 10 миллионов, второй этап порядка будет 12 миллионов, сумма будет 12 миллионов с выездов с Гуместинскую на республиканскую трассу. Также за счет местного бюджета было приобретены
GCB-погрузчик. Это порядка 11 миллионов. Были береговая зона, были заменены все раздевалки на пляжной территории, раздевалки. Плюс мы еще заменили старый на новый. Были приобретены буйки. Это все, о чем мы сейчас говорим, это все было, которое сделано за счет местного бюджета. По словам главного архитектора Адгура Тарба, данные ремонтно-восстановительные работы, к сожалению, не вошли в инвест-программу 2022. А также отметил их важность в связи с тем, что они являются дополнительным въездом в город Гудаута и тем самым разгружают основной через Лыхнинский поворот. Общая протяженность двух улиц составила около 2 километра, и сегодня по улице Гумистинская сделан первый этап, это часть улицы. Сейчас в скором времени начнется второй этап, то есть до выезда. Также по всем улицам в целях безопасности мы установили искусственные дорожные неровности. То количество, которое нам предоставили, хватило. Если вдруг не хватит, мы еще дополнительно добавим. Что еще у нас планируется по городу? Ну, естественно, тротуарные дороги. По улице Тарнава мы сделали кусок. Планируем дальше. Вот сейчас идет проект устройства тротуарных дорог по улице Тарнава до Бомборской школы. Пока еще не знаем, в какой форме это будет, но пока будет готов проект, смета, а потом уже дальше будем решать, когда это делать. Но необходимость в этом уже есть. Так как уже дорогу сделали, движение увеличилось, людей там очень много, особенно наших детей, школьников, которые ходят в школу в Бомборскую. То же самое планируется по улице Гумистинская. Также мы планируем тротуарную дорогу хотя бы с одной стороны. Тоже готовится проект, смета. В ближайшее время, ну, где-то месяц будут они готовы. Планов много, готовятся проекты набережной. Ну, это все в будущем. Пока вот то, что нами сделано, то, что вы видите. Глава района Баграт Божгу отметил, что данные работы проведены качественно и на должном уровне. Рафида Смыр, Астамур Айба, Гудаутское районное телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 12 августа на территории Абхазии временами возможны локальные осадки с грозой и туман. Температура воздуха ночью 20-25, днем 28-33 градуса тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск «Камшевшара» подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.